Красноярские поликлиники продлили время приема. Это связано с участившимися случаями заболеваниями гриппом и ОРЗ. Врачей также можно будет вызвать на дом до 5 часов вечера в будни и до 2 часов дня в субботу. В поликлиниках организован раздельный прием пациентов с симптомами респираторных заболеваний и всех остальных. Численность бригад скорой медицинской помощи увеличена до 105, пока не кончится эпидемия. В Минздраве края напоминают, что вызов скорой при заболеваниях в легкой форме затрудняет оказание помощи тяжело больным.